Эта поездка образовалась спонтанно, как все происходит в моей жизни. В то самое время, когда, говорят, на душе кошки скребут. Мне захотелось найти место, где я хотя бы не буду говорить ни с кем о работе. Где нет сплетен и пустой суеты. Туда, где можно побыть одной и собраться с мыслями. Я выбрала остров Фукуок. Это во Вьетнаме. Он находится в 65 километрах от города Хо-Ши-Мин и всего в 15 от Камбоджи. Вылетев из хмурой Москвы, после долгой дороги я влетела в густые молочные облака и, наконец, увидела солнце. Приземлившись на острове, местные жители встретили меня теплыми улыбками. Все такие уставшие. Еще никто не понимает, кто куда попал. Вернее, они понимают, что уже на Фукуок прилетели. Но еще невозможно поверить пока, что после 15 часов перелета попадаешь в это тепло плюс 31. Ну-ка. Ой. Синяки под глазами. До чего же я себя довела? Надо срочно в море. Говорят, Фукуок – это одна большая деревня рыбаков. Место, не избалованное туристами. Также говорят, что в море на Фукуоке нет акул, зато есть море рыбы и фруктов. Приехав в отель, первым делом бегу на пляж. Что такое пляж на Фукуоке? Это бесконечность. Несколько километров белого песка и непривычной тишины, где шумят только волны. Такое море горячее. Я уже целый час иду по этому пляжу, а вокруг никого. Пусто. Ну, это не значит, что здесь совсем никого нет. Просто чаще всего на Фукуок приезжают сами вьетнамцы из больших городов. Они не любят купаться, не любят загорать, поэтому на пляже их нет. А остальные туристы об этом острове еще практически ничего не знают. И, кстати, никто не знает еще наверняка о том, что только на Фукуоке, по крайней мере, я такой в первый раз вижу, квакает песок. Может, в море и нет акул, зато на каждом шагу огромное количество медуз самых разных размеров. Но, думаю, в Сиамском заливе места хватит всем. Искупавшись, долго валяться на песке, пока я не смогла. После сумасшедшего городского ритма расслабиться в один миг не получается. Надо изучить остров. Кто здесь живет, что здесь происходит и, главное, как? Перед поездкой я тщательно рассчитала, сколько денег мне потребуется на ближайшие 10 дней. В общем, получилась скромная сумма. Во Вьетнаме, говорят, все стоит копейки. Дорогим был только перелет. Но после того, как я обменяла $100 на местные тонги, в моих руках оказались целых 2 миллиона. Это очень приятное ощущение. Я миллионерша. Сразу захотелось позволить себе некоторые слабости, например, купить Бентли, ну или хотя бы красивую одежду. И какое счастье, что на этом острове не оказалось ничего, кроме фруктов и вкусной морской еды. Ну, а поскольку остров очень большой, вьетнамцы его сравнивают с самим Сингапуром по площади, я поняла, что обойти все пешком не получится. Местные жители здесь ездят в основном на мотобайках, а я взяла в прокат велосипед, чтобы успеть все рассмотреть по дороге. И поехала на местный рынок. Yeah.
Привет. Вы не подскажете, где здесь рыбный рынок? Привет. Может быть, вы знаете, где рыбный рынок? Да нет, рыбный рынок, где очень много-много рыбы. Ладно. Maybe. Я тоже не понимаю по-вьетнамски. Что же делать? Никто не говорит ни по-английски, ни по-русски, а я еще не успела выучить вьетнамский. К счастью, существует еще один мировой язык, который помогает всем понять друг друга. Это язык жестов. Так что после 30 минут поисков я уже была на месте. В первый день мне захотелось быстро переключиться, взглянуть в лица этих людей, которые, говорят, всегда живут в гармонии с собой и природой, зарядиться от них. Но каким же было мое удивление, когда я оказалась в толпе очень шумных и невероятно занятых людей. Кажется, я им мешаю. Ой, мама. На пляже было так тихо и спокойно, а внутри острова просто жизнь кипит. Мне кажется, уже не осталось места на планете, где не существует пробок. Даже на Фукуоке. Привет, а это что, у вас мята? А это для чего? Кушать? Можно? Еще. Не вкусно ли? Спасибо. Я уже постепенно начала привыкать к этой уличной суматохе. Когда не понимаешь вьетнамскую речь, все это воркование превращается в музыку, которая не напрягает слух. И в этом тоже есть своя прелесть, своя гармония. Очень красиво. Мелочь пузатая. В этих загорелых, улыбчивых лицах я не увидела напряжения или агрессии. Нет, они просто увлечены своим делом. Это их обычная повседневная жизнь, к которой я начала постепенно привыкать. И как только я успокоилась, судьба подкинула мне приятный сюрприз. А это что, личи? Не-не-не, подождите. Ой! Нет, это что? Нет, это что? А это что за фрукт? Это что? Вы говорите по-русски? Я не могу понять. Вы, оказывается, переводите. Да, я буду помогать. Вы знаете, какое это спасение? Здесь вообще никто не говорит ни по-русски, ни по-английски. Спасибо вам. Ми за сегодняшний день моя самая удачная находка. Ей 25 лет, она училась в Институте иностранных языков. Ми очень любит Россию и русских людей и мечтает однажды приехать в Москву поработать. Так что она тоже была рада нашей встрече и тому, что у нее появилась возможность попрактиковать наш язык. Ми буквально смаковала каждое русское слово. Ми, почему ты не купаешься никогда? Потому что я не хочу. Ты боишься воды? Да, я очень боюсь воды. Почему? Потому что я не умею плавать. Да, вообще нет. И если я купаться, я могу... Вот моя кожа будет черной. Очень. Так это же очень красиво. В Вьетнаме девушка, и это черная кожа, это у них красиво. О,
тобой одинаковые. А давай встанем. Вставай. А так я просто на фоне, вернее, Ми на фоне меня. Кажется, ты такой маленький-маленький, хотя... А я на фоне тебя модель. Очень маленькая. Посмотри, какая. Такая. Ладонь. О. У тебя такая маленькая ладошка? Да. Совсем маленькая. Ты очень маленькая. Мы тоже. Вот так быстро пролетел первый день. Следующим утром Ми подняла меня в 4 часа утра и позвала с собой. Пока я с трудом просыпалась, разница с Москвой все-таки плюс 4 часа. Мы чуть не опоздали на службу. Ми каждое утро ходит в пагоду, в буддийский храм, чтобы помолиться. Я не понимала суть молитвы, мне больше понравился сам процесс общения с Богом. Хотя, признаюсь честно, в первые минуты мне не давали покоя самые дурацкие мысли. Не забыла ли я взять мобильный телефон? Закрыла ли я комнату в отеле? Ой, а где же ключ? Сколько я проспала? Господи, я же опять не выспалась. А сколько мы ехали? Кажется, не так долго. Целый час я боролась с мыслями и, наконец, выбилась из сил. Я всячески старалась их отключить, и в какой-то момент у меня, кажется, получилось. Когда удалось войти в более-менее спокойное состояние, мое внимание остановилось на монахине, которая молилась, сидя перед нами. Мне очень захотелось остаться хотя бы на день, чтобы пообщаться с ней. И она согласилась. Ну а Ми, вспомнив, что ей пора бежать на работу, умчалась, пообещав, что в ближайшее время мы еще обязательно увидимся. Ее зовут Зиотан. Ей 71 год. Из них 50 лет Зиотан провела в молитвах. Все эти годы она ни разу не смотрела телевизор, не читала газет, не встречалась с мужчинами. Но при этом Зиотан говорит, что она абсолютно счастлива. После молитвы мы идем завтракать с еще одной монахиней Тен Чу. Она здесь самая старшая. Ей 91 год. Завтрак очень простой. Обычная лапша, правда, как все вьетнамское, острая. Фрукты и вода. До следующей молитвы еще есть время. Мы идем в сад, чтобы собрать спелые фрукты. Еще надо убрать опавшие листья и мусор после прихожан. Я с удовольствием помогаю Зиотан. У меня вдруг появились очень простые дела, которыми я никогда не занималась. Но в эти минуты они показались мне такими важными. Хочу заметить, для того, чтобы собрать фрукты с деревьев, тоже, между прочим, нужна сноровка. Гораздо проще. Ой! А что это? Можно? Почти. Пока я подметала мусор, сотни ненужных тревог и мыслей продолжали носиться в голове. Так хотелось их вымести и закопать куда-нибудь поглубже. Ведь столько месяцев они не дают мне покоя. Но это оказалось совсем непросто.
Сад должен быть чистым, и твои мысли тоже, как этот сад. Тогда можно будет взрастить хорошие спелые плоды. Не допускай, чтобы мысли твои были червивыми. Я внимательно наблюдала за каждым движением Зиотан, а она практически не делала ничего, только молилась и молилась, а я повторяла и привыкала к тишине. Если ты не знаешь своей молитвы, а тебе захочется обратиться к Богу, ты можешь использовать имя нашего Бога. Он же един, и если тебе будет нужна помощь, не стесняйся, обратись к Нему и поговори. Зиотан добавила, что надо чаще проговаривать свои мысли вслух. Тогда станет легче. На многие вопросы ответы найдутся сами. И ты даже не заметишь, как дела начнут налаживаться, добавляет она. Потому что сможешь все разложить в голове, отбросить мусор и выбрать главное. Главное – не спешить и помнить о том, что все равно ты не успеешь сделать больше, чем за тебя решит жизнь. Здесь и правда очень хорошо. Хорошо, спокойно и лениво. Совсем не хочется думать о делах. Как хорошо, что на планете есть места, где можно уединиться и немного успокоиться. Интересно, сколько нужно времени человеку, чтобы, как мы любим говорить, обрести гармонию? Наверное, у каждого по-своему все происходит. Но я знаю точно, что в большом городе это сделать практически невозможно. Нужно обязательно куда-нибудь уехать подальше от людей, от шума. И дать себе возможность, ну, хоть немного подумать. Все, я уезжаю из пагоды. У меня еще столько дел, а так мало дней. Зиотан замечательная. Спасибо ей огромное. После целого дня, проведенного в пагоде, следующим утром я проснулась с невероятным приливом сил. Мне было жалко терять время на пляже, когда вокруг столько всего происходит. Внутри острова все выглядит чуть иначе, чем снаружи. У моря это белый песок и пальмы. Внутри, среди пальм, появляются сосны, очень похожие на те, что растут, например, в Сочи или в Черногории. Все это выглядит сюрреалистично на фоне красных дорог из специфической красной клины.
я останавливалась и гуляла по пустым нетронутым пляжам. Здесь нет разделения «твоя территория», «моя». Почти все пляжи Фукуока принадлежат народу. Отелей здесь мало, только небольшие хижины, которые жители сдают приезжим в аренду. Наблюдая за неспешной работой этих рыбаков, я все больше осознавала, как в городе спешит время. Оно буквально утекает сквозь пальцы, и нет никакой возможности остановить его. Но ведь эти люди успевают все. Видимо, они умеют не распыляться. Возможно, они изолированы от мира, и у них нет альтернатив. Ну а кто же нам мешает заниматься одним делом, но качественно, без спешки? Тогда и время можно бы пытаться ухватить за хвост. Уезжала все дальше на север острова, где живут только рыбаки и фермеры. И они там постоянно работают. Даже в самое пекло, защищаясь от солнца их фирменными шляпами. Еще повязками, перчатками и толстыми носками. Вот это вот та самая знаменитая рисовая рыба, из которой делают очень популярный во всем мире вьетнамский вонючий соус, который добавляют во все блюда практически. А еще ее вот так вот сушат и едят с пивом. Попробовать можно? Я пробую все подряд, а хозяин фермы, Куан, не рекомендует так экспериментировать со своим желудком. Он говорит, что рыба высушена, но еще не приготовлена. Когда начинается сезон дождей, мы рыбу сушить не можем. Тогда высушенную рыбу мы пока едим, но обычно с рисом жарим ее. А вот так ее сейчас взять, вот так вот и поесть. А ее можно есть сейчас? Нет, нет, она не приготовлена. It is not cooked. It is not cooked. So we must cook. Обычно мы готовим так. Кладем на разогретую сковороду, добавляем оливки, немного сахара, ну, рыбного соуса там, и обжариваем. Получается очень вкусно. К пиву очень хорошо. Вам нравится? Да, я очень люблю. Надо же, как быстро пролетает время, когда на душе хорошо и спокойно. За эти дни я не сделала ничего значительного, а кажется, что переделала уйму очень важных дел. Самое главное, я смогла ненадолго остановиться, переключилась и, наконец, расслабилась. И вдруг поймала себя на мысли, что хорошо не там, где меня нет, а там, где я есть сейчас. Остров Фукуока – это то место, откуда не хочется возвращаться. Хотя бы потому, что здесь всегда тепло. Ощущение, что погода здесь самая невозмутимая на планете. Сухой сезон длится почти 9 месяцев. Летом дожди тоже не мешают, они короткие и теплые. Остров так расположен, что даже море никогда не штормит. Вот уж и правда, райское местечко для таких, как я. Тем более, я уже обрела здесь столько друзей. Один из них – мой друг-велосипед. На нем можно объехать весь остров за пару дней. Это, конечно, удобно, но таких, как я, очень много, а дороги слишком узкие, чтобы хватило места всем. Те, кто на мотороллерах, особо не гоняют. Но уж если кто отхватил автомобиль, на дороге король и бог. Величию их просто нет предела.
проезжая через очередной поселок, нахожу мойку... автомобиль, хотел сказать. Здесь же машин практически нет, все ездят на мотобайках. Нахожу мойку для мотоциклов. Ну и скромно прошу помыть мой велосипед. Начинается нормальная асфальтированная дорога. Здесь теперь ее прокладывают повсюду. Остров развивается и, возможно, когда-нибудь станет вторым Пхукетом или Бали. А нужно ли? Уже не мне решать. Мне нравится Фукуок таким, какой он есть сейчас. Я увидела вход в красивый парк с кричащей вывеской «Дыкнинь». А оказалось, это фамилия хозяина плантации, который выращивает здесь черный перец. Ух ты! Так вот, оказывается, как выглядит будущий черный перец. А еще мне местные жители рассказывали о том, что урожай перца собирают в январе каждого года, потом высушивают его на солнце, и получаются привычные нам черные горошинки. Причем сушится перец долго. Сначала он становится цветным, как россыпь конфет, и только через пару месяцев, напитавшись солнцем, обретает свой привычный цвет и душистый аромат. Хозяин плантации, не могу в очередной раз не назвать его имя, очень уж красивое, Транча Дыкнинь. Потомственный перцевод, уже в четвертом поколении. И когда я его спросила, что ему нравится больше, черный жемчуг, который, кстати, тоже выращивают на Фукуоке, или черный перец, он ответил, не раздумывая. Ну, конечно, черный перец. Жемчуг доставляет больше радости женщинам. И в этом бизнесе я совершенно не разбираюсь. А вот черный перец, хоть он и дешевле, это необходимый ингредиент в любом блюде. Хоть он и недорогой, для нашей семьи дороже золота. Нет перца на столе, еда будет пресной. И я не буду чувствовать себя счастливым. Спасибо. Вот так. У каждого свое понимание счастья. На четвертый день я, прирожденная сова, впервые проснулась в 5 утра, сама, без будильника. Адаптировалась. Солнце на Фукуоке встает всегда в одно и то же время, в 6 утра, и садится в 6 вечера. И к этому ритму я очень легко подстроилась.
Искупавшись в море и в первых лучах солнца, я снова села на велосипед и поехала в один из самых красивых парков острова, где ранним утром бодрствовали не только птицы. Так интересно. Здесь, по всему острову, 24 часа в сутки практически. Местные жители делают зарядку, занимаются разными видами единоборств. Я еще поняла, что к здоровому образу жизни их приучают с самого детства. А когда они становятся взрослыми, они уже умеют грамотно распределять энергию. Да, поучиться бы у них. Жалко, времени мало. Здесь, под открытым небом, это же одно удовольствие. Но я хотя бы попытаюсь ретиться энергией от них. В обеденное время я вернулась на пляж, где, как всегда, никого не было. Беспощадное солнце не оставляло никаких шансов поваляться на песке. Тогда я взяла байдарку и вышла в море. И вот сюрприз. В море оказалось гораздо многолюднее. Недалеко от берега я увидела рыбацкие лодки. Очень смешные, похожие на большие тазы. Совершенно не реагируя на жару, ребята были увлечены делом. Они ловили кальмаров. Уже первый. Хороший, да? Я сегодня утром вышла на байдарке в открытое море. Обычно как-то это успокаивает. А тут рыбаки. Ну, я напросилась. Я же еще тот рыбак. А тебя как зовут? Меня зовут Сан. Я родился во Вьетнаме. На острове Фукуок. Вот и познакомились. Через несколько минут солнечный Сан уже не казался мне посторонним. Почему-то рядом с ним я не ощущала опасности. Он был добродушен, ненавязчив и даже позволил мне порыбачить с его лодки. Сан рассказал мне, что рыбалка для него – это увлечение, без которого он не мыслит жизни. Еще и потому, что этим он зарабатывает себе на эту самую жизнь. Вот так рыбачит каждый день, сдает кальмаров хозяевам ресторанов и получает за это $10 в сутки. Это, конечно, небольшие деньги, зато ни от кого не зависишь, говорит он. Нет, домой! А? Понял? Находимся черт знает где, а мобильная связь берет даже в открытом море. Баночку положил, баночку, ну, чтоб не намок. Ну как там, клюет? Мало клюет? У меня уже крутой улов. Ладно, давай поменяем место, давай.
Я видела, как над нами потешаются соседние рыбаки. Я понимаю, странная девушка в гламурном купальнике нагло навязалась молодому парню. Да, парень симпатичный. Я одна на острове уже почти целую неделю. Но в данный момент меня больше интересуют удочки, которых у Сана очень много. И никто еще не знает, что я могу кое-кого и обловить. Я тяну, ты снимай. Моя первая штучка. Оп! Я поймала! Сан, я тоже поймала. My friend, very good. My friend, Сан, тоже. Очень хороший. Сан, только я его отпущу, ладно? Раз уж я его поймала, я его отпущу, ладно? Я его отпущу в море. No. В общем, я тебя отпускаю. Давай. Вот они, несколько часов безмятежного счастья. Эти люди не знают, что такое 40-градусные морозы, что иногда нужно носить тяжелые шубы и прогревать автомобили. Максимум, что их огорчает, это затяжные дожди и порванные рыбацкие сети. Тогда ничего не заработаешь. А если и заработаешь? Крыша над головой есть, школьное образование для детей бесплатное, одежды там, где вечное лето, много не надо. Может, это и есть та безмятежность, которую мы постоянно ищем в большом городе. Или я еще мало знаю этих людей и не знаю, что такое счастье для них самих. Ох, опять много вопросов. И, как всегда, слишком мало ответов. Хватит. Не буду больше думать ни о чем, хотя бы несколько минут. Ведь я же сейчас так счастлива. На время я даже представила себя героиней знаменитого романа «Есть, молиться, любить». Есть, правда, в такую жару не хотелось. Медитирую каждый день, люблю здесь только себя, что уже неплохо. Итак, вспомнив о себе любимой, я решила посвятить время приятным релаксирующим процедурам. Я у себя в номере нашла буклет с разными видами спа-услуг. И вот у меня есть даже русская версия. Читаю дословно. Например, лакировать или тушевать ноготь. Или услуга уход шевелюра. А, вот еще один вариант. Это уже массаж. Влюбленный комплект. Прочищать безжизненные клетки тела 30 минут. Массаж тела с маслом 90 минут. Старновокожной физиономии беречь молодое лицо навсегда. С подъемным мускулом маска 90 минут. Плюс массаж и запихивать лункой сердце ноги. Плюс поделать высокопоставленного педикюры 60 минут. Да, они чудесные, вьетнамцы. Но поскольку я здесь отдыхаю одна, влюбленный комплект мне не подойдет, поэтому выберу-ка я... О, массаж тела по пляжу. Вариант. Почему именно здесь вы выбрали место для строительства отеля? 50 лет назад здесь построили первый отель. Сайгон Фукуок, потому что это место недалеко от аэропорта, и здесь потрясающий пляж и удивительно красивое море. В нем так и хочется поплавать в жару. Я до того, как стать директором отеля, даже плавать не умел, и вот в 60 лет здесь научился.
Спа-процедуры, конечно, приятная вещь. Но когда находишься рядом с морем, жалко тратить время на долгие обертывания в салоне. Ведь все, чего так не хватает уставшему телу, можно найти под открытым небом. Уже после первых 10 минут массажа мое тело ликовало. Она только говорила «Спасибо, спасибо». И тут же словно добавляла «Делай это хоть немного почаще, а не раз в 2 года». Ладно, ладно, хорошо, обвинения приняты. Теперь немного тишины. Через некоторое время ко мне, наконец, присоединилась Ми. С первого дня знакомства она стала моим лучшим другом. Ми открыла для меня этот остров, она любит Фукуок, но мечтает переехать в Россию. Пока Ми осваивает русский язык, а я ей помогаю. За те несколько дней, пока мы не виделись, я успела страшно по ней соскучиться. В этот раз Ми решила познакомить меня со своими друзьями. «Это не люди», — добавила она. Я насторожилась. Но когда мы приехали на место, выдохнула. Друзья Ми – это собаки, редчайшие породы, которых разводят только на этом острове. И называют их по имени острова собаки породы Фукуок. Ми говорит, что это ее лучшие приятели, которые понимают человека без слов. Да, с этим не поспоришь. За это мы, в принципе, и любим собак. А такую хочешь? Да, очень хочу. Почему? Потому что они очень симпатичные и талантливые. Так мы же можем забрать щенка. Не хочешь? Хочу, хочу. Дорого? Так, очень дорого. Да? Может быть, с 2 миллиона до 8 миллионов Вьетнам дом. То есть это получается где-то 2 миллиона, это 100 долларов, да? Да, 100 долларов. Ну, не так дорого. Это самая красивая собака, то 50 миллионов Вьетнам дом. Ой, вот это так уже, много. Да, это уже прилично. Это уже 2000 долларов. Да, 2000 долларов. Это дорого. Да. Хозяин собак Чао Фан уже много лет пытается сохранить эту уникальную породу. Говорит, порода Фукуок отличается редкой сообразительностью. Они не злопамятные, зато запоминают дорогу и быстро могут найти обратный путь домой. Еще эти собаки – вегетарианцы, едят только рис и рыбу. У меня, конечно, закралась крамольная мысль, что, может, этих собак разводят для ресторанов, ведь вьетнамцы не вегетарианцы и как раз с удовольствием едят собак по большим праздникам. На что господин Чао обидчиво добавил. Ну что вы, я собак не ем. Этих собак мы разводим для того, чтобы они охраняли наши дома. Они очень хорошие защитники, умеют плавать, продукты помогают носить. И еще собаки Фукуок хорошие поводыри. Хорошо, хорошо. Я ничего не имею против. Видимо, господин Чао не знаком с другими породами собак, существующими в мире, которые тоже умеют плавать, защищать и носить не только продукты. Но все же я нашла одну отличительную особенность. Шерсть на позвоночнике у этих животных растет в обратную сторону. И такого я точно не видела больше нигде. Очень приставучие. Я уже познакомилась вот с этой девочкой, которая не отпускает меня. И стоит она не очень дорого, долларов 200. Но, к сожалению, я не смогу ее увезти с острова, потому что самолетом их перевозить нельзя, только паромом. Нужно будет очень долго оформлять документы. Жалко. Ну ладно. Дай я хоть с тобой попрощаюсь. Может, у меня получится когда-нибудь тебя забрать. Я тебя запомнила. Вечером Ми приготовила для меня еще один сюрприз. Она увезла меня на край света. Ну, по крайней мере, мне так показалось.
Когда мы оказались на юге острова, я растерялась. От таких просторов и ослепительной красоты. Это самый красивый пляж острова, гордо заявила Ми. Я даже не думала, что пляжи на одном острове могут так отличаться друг от друга. Но на юге они и правда другие. Белее, чище. И что удивительно, там совсем нет людей. Ми говорит, что местным жителям все равно, где и какой пляж. Просто так исторически сложилось, что деревни появились на севере острова, а туристы сюда еще не добрались. Так и хочется спрятать это место от посторонних глаз, чтобы оно подольше оставалось таким невинным. Ми немного успокоила меня, сказав, что земля и острова, в частности, во Вьетнаме не продаются иностранцам. Запрещено законом. Можно только приехать и погулять. Но я совсем не знаю вьетнамского языка. А как будет песок? По-вьетнамски это ка. Ка? Ка? Ка. А море? Море. Биен. 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 Солнце. Маджой. Маджой. Да. Бе. Бе. Маджой. А по-русски, например, вот это вот кофта. И вот так. Это купальник. Купальник. Кофта. Кофта. Это? Это шляпа. Шляпа. И это? Силовато. Это по-вьетнамски. Это хо. Хо. А когда один человек хочет другого, это любовь. 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 Да, не любит друг друга. Я не знаю о любви. Почему? Потому что... Никто не любит меня, поэтому я не знаю о любви. Почему ты так решила? Может быть, ты просто себя не любишь немного? Я только люблю себя. Ну вот, в чем-то мы с моей подругой совпали. Любить себя полезно. Говорят, как относишься к себе, такое у тебя отношение и к окружающим. Ми с радостью и в то же время с грустью все еще вспоминает свою первую любовь. Своего молодого человека из России, ради которого она и выучила русский язык. С радостью, потому что это было прекрасно, говорит Ми. С грустью, потому что будущего у них не было. Родители Ми вряд ли приняли бы иностранца в дом. У них, во Вьетнаме, девушке принято выходить замуж за парня только своей национальности. Пошли купаться. Пошли. Нет? Ми. Да, я хочу. Давайте купаться. Пока мы были вместе, мне казалось, что мы сила. Я по-новому взглянула на старые вещи. Я искала гармонию и нашла ее. Теперь главное не расплескать. И даже успела соскучиться по Москве и любимым делам. Представлю, что все наши разговоры про несчастную любовь – это лишь сон. Я сейчас окунусь, и сон быстро улетучится. И я увижу Ми, уверенно сияющий и ликующий от новых чувств. Ну а что? Нам никто и ничто не мешает лепить свое будущее собственными руками и мыслями. И это будущее точно станет гораздо прочнее, чем хрупкий песочный домик. Не знаю, как и когда, но все вокруг говорит мне об этом.